недавно я открыла для себя кускус. У меня на канале уже есть простой рецепт приготовления кускуса без варки за 5 минут. Сегодня я попробую новую вариацию – кускус на молоке с изюмом и орешками. Нам понадобится 1 мерка кускуса, примерно 50 мл, 2 мерки молока, примерно 100 мл, соль, сахар по вкусу, 1 столовая ложка изюма, промытого и обсушенного, немного орехов, у меня это грецкие. В миску всыпаем кускус, добавляем соль, сахар, изюм. В металлическую емкость добавляем молоко. Его мы будем кипятить. Грецкие орешки измельчаем. Молоко закипело. Заливаем им кускус. И накрываем крышкой. Оставляем на 5 минут на набухание. Через 5 минут снимаем крышку. Добавляем кусочек сливочного масла, перемешиваем, посыпаем сверху орешками. Сейчас я попробую, что получилось. Это вкусно! Получился достойный, быстрый завтрак.